Автобусные маршруты «Бик-Автотранс» 11С, 14, 25, 26 и 28 перешли владимирской компании «АДМ». Итоги трех конкурсов подвели 22 октября. Выиграла компания «АДМ», а вот один из претендентов – это была компания вообще из Великого Новгорода. Да? Где Владимир, где Великий Новгород? Почувствуйте разницу. Как бы они у нас работали – это еще большой вопрос. АДМ работает. Я не скажу, что администрация города Владимира там смотрит через розовые очки на наших перевозчиков. У нас немало претензий к исполнению муниципальных контрактов. И, наверное, самая главная претензия – это нарушение интервалов движения. Люди стоят дольше обычного. Долгое ожидание транспорта на остановках перевозчики объясняют ремонтом Пекинки, из-за которого поток машин направляется по улицам Добросельской и Большой Нижегородской. Отсюда пробки и нарушения временных интервалов на других маршрутах. Так или иначе, администрация обещает не оставаться в стороне. АДМ, выигравшая вчера конкурс, еще не вступила в свои права и, соответственно, обязанности. Пока «Бик-Автотранс» обслуживает эти 5 маршрутов, контракт с АДМ не подписан администрацией города. Просто существует такой порядок обязательный. В течение 10 дней, не раньше, мы можем заключить этот контракт. Но уже после этого АДМ вступит в свои права и будем спрашивать с них по всей строгости. Что касается сотрудников «Бик-Автотранса», то они уже переходят в другие компании. Наше муниципальное предприятие «Владимир Пассажиртранс» вот только за последний месяц приняло на работу 10 экипажей, которые работали в «Бик-Автотрансе». Что такое экипаж? Это водитель, это кондуктор. Я не знаю, вам, наверное, нужно уточнить эту информацию. Да? Частная компания «АДМ». Это там уже их вопросы. Но по нашей информации порядка 30 человек получило у них работу. Теперь компания АДМ владеет 19 автобусными маршрутами. Светлана Миронова, Стас Трегубов, Губерния 33.